Это Фигатинни еще и летает. Представляешь? Куда ж ты убежал? Сейчас. Ужас, просто ужас. Ну, 5 сантиметров точно есть. Товарищи энтомологи, вы в курсе, что не все динозавры вымерли? Или это не к энтомологу? Я энтомолог. Или еще? Ловить бабочек на Суматру. Да, противомоскитная сетка как-то, по-моему, себя не оправдала. Ну давай, вылетай же. Какой кошмар вообще. Был рассказ какой-то, по-моему, еще 19 века, про то, как человек, глядя в окно, увидел, как по холму сбирается какое-то чудовище. Ему понадобилось много времени. На целый рассказ хватило, чтобы сообразить, что эта мошка лезет по стеклу. Ну это, ребята, мошка такая себе. Видно мою руку, да? Есть с чем сравнить. Ужас. Какие сопоставимые размеры. Плоскогубцы. Я не собираюсь наносить ему какой-либо вред, просто показываю в масштабе. Давай-ка мы тебя, наверное, выпустим. Все. Полетел жрать птиц.